Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы выполним задание Lesson 47, урок 47, Exercise 5, упражнение 5. Скажи, какой праздник ты любишь? Почему он тебе нравится? For example, I like May Day. I can walk and play with my friends. Я люблю майский день. Я могу гулять и играть со своими друзьями. Мы же расскажем о любимом празднике Новый год. Итак, по-русски. Мой любимый праздник – это Новый год и мое день рождения. Они веселые и интересные. Мне нравится получать подарки. Теперь скажем это по-английски. My favorite holidays are the New Year and my birthday. They are merry and interesting. I like to get presents. Итак, давайте еще раз разобьем по частям и переведем. My favorite holidays are the New Year and my birthday. Мои любимые праздники – это Новый год и день рождения. They are merry and interesting. Они веселые и интересные. I like to get presents. Мне нравится получать подарки. Задание выполнено. Если хотите смотреть остальные видео, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и на наши группы в социальных сетях.